В офисе общественной приемной с Щелковского отделения партии «Единая Россия» накануне Дня рекламного работника, который отмечается 23 октября, собрали активистов молодежного движения «Молодая гвардия Единой России». Для них прошла встреча с представителями местных средств массовой информации. Ребятам рассказали о том, как увеличить популярность во всех слоях общества молодых помощников партии власти. Нам нужно развивать нашу группу по молодой гвардии, то есть чтобы актив был не только наших активистов, молодогвардейцев, но и просто людей из городского округа, вот, чтобы люди интересовались нами. То есть это в первую очередь, что привлекает людей в статьях. То есть люди знающие могут нам рассказать об этом, то есть какой объем статьи, интересен больше краткий или где все расписано, какая визуализация статей больше всего интересна людям. Вот. Также один из главных вопросов, который мы хотим поднять сегодня, это можем ли мы сотрудничать с нашей газетой. На встрече ребята задали вопросы, касающиеся различных аспектов работы СМИ, в том числе при продвижении и популяризации добрых дел, которыми занимаются молодогвардейцы. Я думаю, что нам стоит с ними больше взаимодействовать, допустим, репостить их посты в наши социальные сети, также о них рассказывать у себя с их отметкой. И таким образом мы будем помогать им, о них будут узнавать из наших социальных сетей, и таким образом будут приходить к ним в Единую Россию. На встрече отмечалось, что добрые дела молодогвардейцев известны и в нашем городском округе, и ветеранам, и людям с ограниченными возможностями здоровья, и из многодетных семей, и просто нуждающимся в помощи, через интернет-ресурсы местных СМИ становятся все более востребованными и адресными, находят новых сторонников и активных участников в молодежной среде. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.